«Ужасный чеснок», эпизод 4. Темное происхождение маленькой девочки в красном. Ужасающая сказка. Высоко в туманных горах Тайваня, где древние деревья прошептали секреты, а реки шептали старые сказки, жила молодая женщина по имени Шуай. Шуай родился в деревне, где переплетались традиции и суеверия, где говорилось, что духи предков ходят среди живых. Семья Шуай не была богатой, но у нее было достаточно, чтобы пройти мимо. Ее отец, строгий и трудолюбивый человек, трудился на полях, а мать занималась домашними делами. Шуай выросла в тени любви своих родителей, укрывшись от суровых реалий внешнего мира. Но когда Шуай процветает в женстве, она обнаруживает, что не все так, как кажется в ее идиллической деревне. Под поверхностью вежливого общества прячется тьма, которая разрушит ее мир навсегда. Отец Шуай, когда-то добрый и нежный человек, начал меняться. Он стал далеким и холодным, его когда-то теплые глаза теперь наполнились голодом, который Шуай не мог понять. Сначала она отмывала его из-за стрессов повседневной жизни, но по мере того, как время шло, она начала бояться его. Это началось с прикосновения, задерживающейся руки на плече, кисти пальцев на коже. Шуай пытался игнорировать это, притворяться, что ничего не пошло не так, но беспокойство дрожало по ней как голодный зверь. Затем пришли шепоты, слухи деревенских женщин, боковые взгляды и знающие улыбки. Они говорили о отце Шуай и его ровесном глазу, о слухах, которые вращались, как дым в ветре. Мать Шуай отвернулась от всего этого, отказываясь признать правду, которая лежала перед ней. Она похоронила себя в своей работе, ее лицо было маской стоицизма, в то время как ее дочь страдала в молчании. Но Шуай не смог навсегда избежать истины. Одна судьбоносная ночь, когда луна висела низко на небе, ее отец пришел в ее комнату. Его глаза сгорели огнем, который послал охлаждение в позвоночник Шуай, и она знала тогда, что ее худшие страхи были на пути к реализации. Нападение было быстрым и жестоким, оставляя Шуай разбитой и кровоточащей на постели. Она хотела кричать, бороться, но страх ее парализовал. Когда ее отец закончил, он оставил ее там, в форме девушки, которой она когда-то была. Мир Шуай разрушился вокруг нее. Она не могла больше терпеть, глядя своей матери в глаза, зная, что она не смогла защитить свою дочь. Итак, в конце ночи, Шуай сбежала в горы, ее сердце тяжело печалью и стыдом. В течение нескольких дней Шуай блуждала по пустыне, ее единственными спутниками были отклики собственных ступеней и далекий крик ветра. У нее не было в голове никакого назначения, никакой цели, кроме как избежать боли, которая гнила в ее душе. Но судьба имела другие планы для Шуай. В глубине леса она наткнулась на уединенную каюту, стены которой переполнены временем и пренебрежением. Именно там, в тишине гор, Шуай родила ребенка, дочь, рожденную от боли и отчаяния. Одинокая и испуганная, Шуай обнимала в объятиях свою новорожденную дочь. Ее слезы смешивались с плачами младенца. Она знала, что не может удержать ребенка, что у нее нет средств, чтобы обеспечить ее. Итак, с тяжелым сердцем, Шуай принял самое трудное решение в своей жизни. Под прикрытием темноты, Шуай оставила ребенка у дверей своих родителей, молча прося прощения. Вес вины и стыда опустился на Шуай, как одеяло, удушающее ее дух. Она бесцельно блуждала по деревне, ее разум поглощал отчаяние. С каждым шагом бремя становилось тяжелее, пока Шуай не почувствовала, что больше не может нести его. Она оказалась на краю скалы, перед ней протянулась огромная долина. Слезы текали по ее щекам, когда она смотрела в бездну, тьма внутри отражала тьму в ее душе. В момент отчаяния, Шуай пошел вперед, нога скользила по свободному гравиру. Она погрузилась в пустоту, ветер бьет ей в уши, когда она падает. Когда ее мать нашла младенца на следующее утро, в ее глазах не было милости, только презрение и горечь. Ее мать обвинила младенца в страданиях семьи, назвав ее позором и проклятием для семьи. Итак, ребенок был обречен на жизнь пренебрежения и жестокого обращения. Ее невиновность была украдена еще до того, как она даже имела возможность узнать об этом. По прошествии многих лет ребенок, теперь известный как Мэй, вырос в тени деревни, призрак стыда и пренебрежения.
Ее внешность становилась все более тревожной и охватывала тени пренебрежения и отверженности. Ее имя шепотилось только в шумных тонах, напоминая о стыде, который был нанесен семье. Сельчане избегали ее, бросая осторожные взгляды, когда она проходила мимо, потому что в ее присутствии было что-то тревожное. По мере того, как ребенок рос, также развивались и его особенности. Ее кожа приобрела неестественный оттенок, болезненная тень серого, который, казалось, блестит в лунном свете. Ее глаза, когда-то сиявшие невинностью, становились темными и пустыми, лишенными всякой искры жизни. И ее конечности изгибались и извращались, принимая гротескные формы, мало похожие на те, что были у нормального человеческого ребенка. Несмотря на страх и подозрения жителей деревни, ребенок оставался в значительной степени невнимательным к их шепотам и взглядам. Она проводила свои дни, блуждая по лесам и горам, которые окружали деревню. Ее единственными спутниками были существа пустыни. Она почувствовала странную родственность с ними, как будто только они понимали одиночество, которое гнило в ее душе. Но с течением времени изоляция ребенка только углублялась. Она смотрела из тени, как другие дети играли и смеялись, их голоса были жестоким напоминанием о жизни, которую она никогда не узнала. И когда она смотрела, в ней разрасталась горькая ненависть, превратившая ее сердце в что-то темное и мстительное. Именно в эти годы изоляции тело ребенка начало меняться. На ее коже появились странные наросты, гротескные опухоли, пульсирующие болезненным зеленым светом. Ее кости извратились и скрутились, образуя неестественные формы, которые вызывали у нее невообразимые боли. И ее разум, уже хрупкий из-за многих лет пренебрежения, начал разрываться, поглощенный безумием, рожденным от одиночества и отчаяния. Несмотря на все усилия по скрытию своей истинной природы, Мэй не смогла избежать шепотов и взглядов жителей деревни. Они избегали ее любой ценой, пересекая улицу, чтобы избежать прохождения слишком близко, бросая осторожные взгляды на свои плечи, когда они спешили уйти. Но среди страха и подозрений, которые окружали ее, Мэй держалась одной надежды. Надежды на то, что однажды она будет воссоединена со своей матерью. Она слышала шепот о судьбе своей матери, трагическую историю женщины, вынужденной в отчаянии жестокостью своей собственной семьи. И хотя она не знала подробностей, она чувствовала странную связь с женщиной, которая дала ей жизнь. Тем не менее, надежды Мэй были разрушены, когда ее бабушка, движимая страхом, ненавистью и суевериями, решила раз и навсегда избавиться от семьи проклятого ребенка. Однажды ее бабушка привлекла ее в горы под видом пикника. По мере того, как они углублялись все глубже в пустыню, истинные намерения старушки стали ясными. С таким холодным сердцем, как зимний ветер, она бросила ребенка, оставив его погибшим среди деревьев. Одинокая и испуганная, Мэй кричала в тихий лес, ее голос звучал по пустой пустыне. Но не было никого, чтобы услышать ее, никто, чтобы предложить утешение в час ее нужды. И когда солнце опустилось ниже горизонта, бросая длинные тени на лесной пол, Мэй была оставлена навсегда. В самом сердце нетронутой пустыни, Мэй боролась за выживание против жесткого объятия природы. Оставленная бабушкой, она была оставлена, чтобы защитить себя в мире, который не показывал ей милосердия. Тем не менее, несмотря на шансы, накопленные против нее, Мэй отказалась поддаваться отчаянию. Дни превратились в недели, а недели – в месяцы, когда Мэй пыталась найти еду в непростительном ландшафте. Она искала мусор, ела все, что могла найти, чтобы успокоить бурлящий голод в ее животе. Земля сжималась между зубами, в рот у нее глиняли черви, а в желудке швыряли насекомые. Это было скудное существование, но Мэй привыкла к трудностям, ее желание выжить невыносимо. Однажды вечером, когда Мэй сидела у берега потока, ее желудок шумлял от голода, она услышала шум в близлежащих кустарниках. Внимательно и осторожно она смотрела, как группа маленьких, странных существ выходила из листьев. Они были гремлины, странные существа с острыми ушами и злобными улыбками. Сначала Мэй колебалась, не зная, что делать с этими существами. Но когда они подошли, она не почувствовала злобы в их поведении. Они говорили с ней на языке, который она не понимала,
но их жесты были дружелюбными, и Мэй вскоре обнаружила, что она привлекла их игрушечные анекдоты. Гремлины взяли Мэй под свое крыло, научив ее путям джунглей и искусству выживания. Они показали ей, какие растения безопасны для употребления в пищу и какие ядовиты, как охотиться и ставить ловушки, и даже как общаться с животными леса. Но это было их учение об гипнозе, которое больше всего заинтриговало Мэй. С их руководством она научилась манипулировать мыслями окружающих, склоняя их волю к ее команде. Это был мощный навык, который Мэй знала, что может использовать в своих интересах. По мере того, как Мэй становилась более умелой в использовании гипноза, в ее сознании начал формироваться план, план мести. Она помнила жестокость своей семьи, пренебрежение и издевательство, которые она понесла от их рук. И она знала, что пора заставить их заплатить. Но Мэй также знала, что она не может рассчитывать на гремлинов, чтобы помочь ей в ее месте. Они были добродушными существами, невиновными в своих бедах, и она не хотела вовлекать их в свои темные дела. Так что она скрывала свои планы, практикуя свои гипнотические методы в тайне, предлагая свое время, пока она не была готова к удару. По мере того, как девушка обняла свою новую силу, она почувствовала, что на нее наступает перемена. Ее некогда невинная форма искажалась и извращалась, превращаясь в нечто совершенно иное. Так родилась легенда о маленькой девочке в красном. В самом сердце плотных лесов Тайваня легенда о маленькой девочке в красном взяла на себя жизнь, распространяя страх и очарование в равной степени. Но в то время как истории захватывали воображение многих, мало кто понимал истинный ужас, скрывающийся под поверхностью. Это был туманный вечер в горах, когда Мэй впервые появилась. Воздух был толстым влагой, туман охватывал пейзаж в ужасном занавесе. Пешеходы осторожно бросались по закручивающимся тропам, их чувства находились на высоком уровне тревоги перед любыми признаками опасности. Среди них была группа друзей, их смех повторялся в лесу, когда они шли по суровой местности. Они были молоды и беззаботны, не подозревая о темноте, скрывающейся за деревьями. Когда они обогнули путь, они заметили ее, фигуру, стоящую на краю отверстия, ее форму, затуманную вращающимся туманом. Она была в красном платье, ткань кружилась вокруг нее, как плащ крови. Ее волосы зависали в переплетенных нитях вокруг ее лица, и ее глаза горели с такой интенсивностью, что посылали тремор вниз по позвоночнику. На мгновение группа стояла замерзшей в страхе, не зная, что делать с таинственным появлением перед ними. Но, как они наблюдали, девушка шагнула вперед, ее движения медленные и преднамеренные. «Кто ты?» – воскликнул один из путешественников, его голос дрожал от страха. Но маленькая девочка в красном не ответила. Вместо этого она повернулась и исчезла в тумане, оставив группу, стоящую в потрясающей тишине. По мере распространения новостей о встрече легенда о маленькой девочке в красном взяла на себя жизнь. Люди прошептали о ее призрачном присутствии, преследующем горные склоны, о ее ужасном смехе, отражающемся сквозь деревья. Но среди страха и неопределенности были те, кто пытался раскрыть истину, лежащую в основе ужасающей легенды. Одним из таких людей был пенсионер, журналист по имени Лианг, решивший разгадать тайну маленькой девочки в красном и ее ужасающее наследие. Вооруженный ничем, кроме своего разума и чувства решимости, Лианг отправился исследовать происхождение легенды. Он просмотрел старые статьи в газетах и провел интервью с очевидцами, разоблачив головоломку девушки в очаровательном присутствии красного. Но чем больше он углублялся в тайну, тем более неуловимой стала истина. Каждая следа, которую он преследовал, казалось, исчезала в тонком воздухе, не оставляя его ближе к раскрытию истины, лежащей за легендой. Лианг, углубленный в тайну, казалось, что правда ускользает дальше, оставляя его разочарованным и отчаянным в поисках ответов. Каждый путь, который он последовал, закончился мертвыми концами, оставляя его еще более озадаченным, чем прежде. Затем, один туманный вечер, он наткнулся на видео на YouTube, которое изменило бы все видео, а заглавленное «Тай Чунг Да Кенг Лит Ле Гирлен Реть Видео» привлекло внимание Лянга. С трепещущими руками он нажал на ссылку, его любопытство поглотилось. В то время как кадры снимались, Лианг склонился ближе, его глаза расширялись в неверии. Там, на экране,
была маленькая девочка в красном, движущаяся с чужеземной милостью, которая послала дрожание в спину Лянга. Ее темные и пустые глаза, казалось, смотрят прямо в его душу, и ощущение беспокойства оседает над ним. Но то, что действительно охладило Лянга до кости, была маленькая девочка, скрывающаяся в тени, маленькая девушка в красном, едва видимая против плотного листья. Это была Мэй, ее присутствие непонятно даже в зерновых кадрах. В то время как Лянг наблюдал, глаза Мэй, казалось, следовали за ним, ее взгляд наполнился темной интенсивностью, которая посылала тремор вниз по позвоночнику. Это было так, как если бы она знала, что он смотрит, как будто она осмелила его раскрыть правду, лежащую за ее хладнокровной легендой. Решив разгадать тайну, Лианг продолжил свое расследование, обратившись к свидетелям и искав в интернете любую информацию, которую он мог найти. Но с каждым днем присутствие Мэй становилось все больше и больше в его сознании, ее образ преследовал его каждую мысль. Лианг сидел в ней своей арендованной маленькой каюты, наслаждаясь тихим моментом, когда он курил сигарету во время перерыва. Воздух был чистый и прохладный, звуки леса, окружающих его, как утешительное объятие. В течение нескольких дней он исследовал лес, искал какие-либо признаки маленькой девушки в красном, но до сих пор его усилия были тщетны. Когда он вытащил сигарету, он услышал шум в близлежащем помещении. Он взглянул вверх, надеясь увидеть маленькое животное, пробивающееся сквозь кустарники, но вместо этого он увидел ее, Мэй, маленькую девочку в красном, стоящую перед ним, как будто она воплотилась из тонкого воздуха. Сердце Лианга пропустило удар, когда он взглянул на Мэй, его ум пытается понять то, что он видел. Она была такой, какой он ее представлял, маленькой и нежной, с яркими глазами и злобной улыбкой. Он почувствовал всплеск возбуждения, его любопытство раздражало ее внезапное появление. «Маленькая девочка!» – воскликнул он, поднявшись на ноги и сделав шаг к ней. «Подожди!» Но Мэй только смеялась, и в лесу прозвучал громкий звук. Она повернулась и вскочила в нижнюю щетку, исчезая из виду, прежде чем Лианг мог даже мигать. Под руководством внезапного прилива адреналина, Лианг вылетел за ней, его сердце бьется в груди. Он провалился сквозь подрастание, его чувства были на высоком уровне тревоги, когда он следовал за Мэй глубже в лес. Он не знал, почему она явилась ему или куда она вела его, но он не мог поколебать ощущение, что он на пороге великого открытия. Когда он бежал, лес, казалось, оживал вокруг него, деревья шепотали секреты и тени танцевали на краях его видения. Он чувствовал, как будто его тянут к чему-то, неизбежно тянут вперед силы, которые он не мог начать понимать. Внезапно он вспыхнул в небольшом клиринге, воздух тяжелый запахом сосны и земли. И там, стоя в центре расчета, была моя маленькая девочка в красном. Она улыбнулась ему, ее глаза блеснули от несчастья. «Ты нашла меня», — сказала она, ее голос как ветер через деревья. Лианг улыбнулся, его сердце растянулось с возбуждением. «Я это сделал», — сказал он. «Но почему ты убежал? Я хочу поговорить с тобой». Улыбка Мэй расширилась, и она подошла к нему ближе. «Приходи», — сказала она. «Есть что-то, что я хочу вам показать». Лианг почувствовал странное ощущение, промывающееся над ним, тремор в задней части его разума, который он не мог полностью пошевелить. Он сделал шаг вперед, его глаза сосредоточены на Мэй, чувство, как будто он был привлечен к ней невидимой силой. Приближаясь, Мэй протянула маленькую руку и положила ее на руку. Ее прикосновение было мягким и теплым, отсылая дрожание по позвоночнику Лянга. Он почувствовал внезапное ощущение спокойного мытья над собой, его ум становится туманным и далеким, как будто обвороженным туманом. «Следуй за мной», – прошептала Мэй, ее голос как нежный ветер в тишине леса. Лианг кивнул, его движения медленные и преднамеренные, как он последовал Мэй глубже в джунгли. Он чувствовал, будто он во сне, его чувства размыты и его мысли дрейфуют из фокуса. Деревья закрывались вокруг них, их ветви вытягивались, как гнилые пальцы в туманном свете. Лианг столкнулся с корнями и камнями, его взгляд был направлен на маленькую форму Мэй, стоящую перед ним. С каждым шагом мир вокруг него, казалось, размывался и исчезал,
пока все, что существовало, не было Мэй и звук ее голоса в его ушах. «Продолжай», — шепнула она, словом успокаивающей мелодии, обернувшись вокруг него, как кокон. «Поверь мне». И Лианг доверял ей, слепой верой, которую он не мог объяснить. Он следовал за Мэй глубже в джунгли, его ум пуст от всех мыслей, кроме желания остаться рядом с ней. Проходили часы, и все же они все более и более глубоко проникали в сердце леса. Лианг не знал, как долго они ходили или куда они шли, но ему было все равно. Все, что имело значение, это Мэй и странная связь, которую он чувствовал с ней. Наконец, они появились в небольшом клиринге, воздух тяжелый с запахом влажной земли и растительности. Мэй остановилась и повернулась лицом к Лиангу, ее глаза сияли чужеземным светом. «Мы здесь», — сказала она, ее голос чуть выше шепота. Лианг посмотрел вокруг, его ум медленно начал расслабляться. Он с самого начала понял, что был гипнотизирован, втянут в глубины джунгли таинственной силой Мэй. Но прежде, чем он смог отреагировать, Мэй сделала шаг вперед и положила палец на его губы, замолчав его. «Закройте глаза», — прошептала она, — «и откройте свой разум». И когда Лианг закрыл глаза, он почувствовал прилив энергии, промывающийся над ним, наполняя его чувством удивления и страха. Он знал, что находится на пороге великого открытия, что тайны маленькой девушки в красном лежат не в его распоряжении. И с маленькой девочкой в красном рядом, он был готов разблокировать их, любой ценой. Глаза Лианга открылись, когда он почувствовал сильную руку, дрожащую его плечом. Мигая в суровом дневном свете, он увидел команду спасателей, стоящую над ним, с обеспокоенными лицами. «Ты в порядке?» – спросил один из них, и голос прорезался сквозь туман в уме Лианга. Лианг встряхнул головой, пытаясь очистить кобыль. «Где? Где она?» – воскликнул он, с голосом чуть выше шепота. «Где кто?» – спросил спасатель, обменившись с коллегами озадаченным взглядом. «Маленькая девочка в красном», – ответил Лианг. Сердце его бьется в груди. Спасатели обменялись еще одним взглядом, их выражения превращались в гробы. «Мы не видели здесь никого другого», — сказал руководитель команды. «Только ты». Лианг почувствовал холод в спине после упоминания о маленькой девочке в красном. Он был настолько уверен, что она настоящая, настолько убежден в том, что это привело его в глубину джунглей. Но теперь, сталкиваясь с реальностью ситуации, он не мог не сомневаться в себе. «Что случилось?» – спросил он, дрожащим голосом. Руководитель спасательной группы вздохнул и согнулся рядом с Лиангом. «Ты почти неделю пропал без вести», – мягко сказал он. «Мы нашли тебя блуждающей в лесу, дезориентированной и обезвоженной. Мы ищем тебя с тех пор». Лианг повернул головой по новостям. «Неделя». Он не мог вспомнить ничего, что произошло в это время. Как будто дни были стерты с его памяти, не оставляя ничего, кроме пустоты. Но маленькая девушка в красном, замалчивал Лианг, и его сознание переполнилось путаницей. Выражение спасателя смягчилось. «Извините, но я думаю, вы должны были галлюцинировать», — сказал он. «Нет никаких признаков кого-либо еще здесь. Что случилось со мной?» Лианг спросил, его голос чуть выше шепота. У Лианга был ум, когда он пытался понять то, что он слышал. Он не мог вспомнить ничего, что произошло за прошедшую неделю, не мог помнить, что случилось после того, как маленькая девушка в красном попросила его закрыть глаза и открыть свой разум. Как будто его память была стерта, оставаясь ни с чем, кроме вопросов и путаницы. Но потом один из спасателей заговорил, их голос наполнился любопытством, что вы ели все эти дни, спросили они. Лианг был в замешательстве, но прежде, чем он мог отреагировать, он почувствовал внезапную волну тошноты. Он удвоился, удерживая желудок, как сильное ощущение ретирования охватывает его. К своему ужасу, Лианг начал рвать, содержимое его желудка высыпалось на лесной пол. Но это была не еда, это была грязь, почва, черви и другие невообразимые вещества, которые никогда не должны были быть внутри человеческого тела. Спасатели отступили в шоке, их лица бледнели от ужаса, когда они смотрели, как Лианг опустошает свой желудок на землю. Они никогда не видели ничего подобного, и зрелище оставило их безмолвными и напуганными, их умы пытаясь понять то, что они видели. Когда Лианг, наконец,
остановился. Он упал на лесной пол. Его тело обрушилось с истощением. Он чувствовал себя слабым и головокружительным. Его ум был в шоке от того, что только что произошло. Руководитель спасательной группы встал на колени рядом с ним, положив утешительную руку на его плечо. «Нам нужно доставить тебя в больницу», — срочно сказал он. «Здесь что-то серьезно не так». Когда спасатели помогли Лянгу подняться на ноги и увести его из леса, он не мог сдержать ощущение, что его тронуло что-то темное и зловещее. Память о маленькой девушке в красном преследовала его, ее присутствие – призрак в его уме, который отказывался быть игнорированным. Но когда он выскочил из леса и попал в ожидающую скорую, он понял, что оставляет что-то позади, загадку, которая останется неразрешенной, правду, которая навсегда уклонится от него. И когда амбулатория уходила, исчезая вдали, Лианг не мог не задаться вопросом, какие еще тайны скрывались в глубинах джунглей, ожидая, чтобы их открыли те, кто был достаточно храбрый, чтобы искать их. Конец. Спасибо, что присоединились к этому леденящему душу путешествию. Если вам понравилось исследовать призраков, городские легенды и многое другое, поделитесь этим видео и поставьте ему лайк. Подпишитесь на наш канал и включите колокольчик уведомлений. До скорой встречи!